лестница уже такая старая, скрипит. Приглушенное такое освещение. Нет, Ваня. Перейдем к Азиза. Кай дурка. Туда нельзя. Thank you.
это зеркала. Это его комнаты, да, уже личные? В каждой комнате камин. Такая замечательная картина. Ой, как мне понравилась она. Одеваться можно было. Да?
очень много часов стоят рядом. Интересно, да? Зачем в одной комнате двое? Hat er gesagt, wir haben aufklappen und Feuer gemacht. Совсем старый, да, еще кожаный. Вот там очень старый, это поновее. Можно внутрь зайти там. Шланг изобрели. Пожарно. С кожи сделано, да? С кожи шапкивается с батареями. Батареи стоят. Feuchter, ja. Свинтово.
1949 год. Люди больше 40 лет не жили, окей? Okay? Ну, нет. Ладно. Мы уже сейчас обратно будем. Очень, да, мало же. Угу. Тут как кареты заезжали, видимо. Да, вот тут парковали их как. Да, все. Тут уже лифт вон построили уже. Да? А что здесь? Ваня, а тут это река какая-то текет, да? Откуда бах, я. Короче, вот здесь мы. Там вон лестнички есть, можно было спускаться. Так. Ступенька, да, а это, видимо, уже ограждение поставили, yeah, уже в наше время. Это дерево, это вам, на ушки кирки. Да, не, сколько оно. Я... выше. На тую похоже, да? Нет. Листики, рыбы, на тую. Да, вообще-то немножко похоже, да? Может быть, там стоит название? Доски можно какая-то. Вот здесь тоже. Челуби есть. Ромбер есть. Подожди, Ваня, посмотри это дерево. Да, похоже на тую. Ой, какое оно огромное. И вот оно еще разветвляется кверху, видишь? Жаль, что нету. Да-да. Это видно. Внутри какое-то железо, смотри, внутри. Скрутили, чтобы не развалилось, наверное. Да, скручено уже. Да. Насквозь посверлили, понимаешь? Вот-вот, и везде, вот видишь, идут вот эти шурупы или заклепки, или как они называются. Просверлили и скрутили, чтобы не отвалилось, не развалилось. Вау! Сколько это примерно? Шетцен? Сколько метров? 20 минимум. Кунцшмиды, гольдшмиды. Ага. Бейтзал, понимаешь? Бейтзал. Это уже новее, видимо, гибоида, а то немножко старше. Тут три гибоида и по разным годам, просто каждые 100 лет пришли обшла. Ой, сколько работы, ты представляешь? Каждую ставеньку вот это разрисовать. А в сам мы не зайдем в клостер или, наверное, там посмотрим, внутри? Туда, туда, туда. Да, масштабы впечатляют. Такой огромный. Ограда или как двор. Жалко, что почему-то ни один фонтан не работает. Вот уже застоялая зеленая вода.
сколько окон, боже мой. Это монастырь, да? Монастырь. Это как кельи, вот окна. Из каждой кельи окно идет. Вау. Это какие-то фрагменты. Видно, что сколанные. Кусочек не хватает. Это какие-то фрагменты, видишь, они от какого-то здания, это как части. Видишь? Вот. Жаль, что ничего не написано. Это вообще на плиту похоже, вот. Череп внутри кости, вот видишь? Может быть, нагробные камни тоже. Да, вот 1672 даже написано. Вот такой потолок вот. Красиво все. Как... Ваня думает, что это надгробные камни. Хотя все может быть. Вот герб какой-то. Произведение искусства, да? Вообще.
сейчас были в зале. Молильный зал. Там все закрыто, там же не мог зайти. Сверху как туда пойти? Там многие места хоть открыты, видишь? Да. Я бы хотела в клёстр тоже как-то. Ну, сейчас. Ну, там, наверное, конюшни были, скорее всего. Да, похоже. Круглые ворота такие делали для конюшни. Да, там, наверное, и солдаты, может, какие-то были.